Женская сборная России по теннису, разгромившая в полуфинале мировой группы победительниц двух последних лет итальянок, осталась на втором месте в рейтинге Кубка Федерации, но сократила отставание от лидера. Первое место по-прежнему удерживает сквадра Аззурра, однако ее преимущество над нашей командой сократилось вдвое. На третью строчку поднялась сборная Чехии, с которой россиянки сразятся в финале. Финал Кубка Федерации 2011 пройдет 5-6 ноября, принимающей стороной будет Россия.